Մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը Վենուս կահույք սրահներում կգործեն մինչև 70% գների իջեցում։ Տիգրան, вам передаю слово, господин Григорян. Мы послушали, так скажем, точку зрения из Москвы, точку зрения из Еревана. Вы хотя территориально находитесь в Ереване, но сам выходите из Нагорного Карабаха. В данном случае мы думаем или надеемся, что вы лучше ощущаете ситуацию там, что происходит в этом плане. Так что вам слово. Я согласен, что Азербайджан использует вот эту ситуацию с Украиной, украинский конфликт, кризис для достижения некоторых тактических задач, а также для продвижения более уже стратегических задач. Тактические задачи понятны, то есть вот как уже отметил господин Искандарян, вот эта самая высота Караглух имеет стратегическую важность, то есть если ты владеешь этой высотой, ты, можно сказать, контролируешь всю эту местность, и если ситуация не изменится на протяжении следующих дней, можно сказать, что намного больше сел Аскеранского района уже будут в опасности, и в прямом, так сказать, прицеле азербайджанских войск. То есть Азербайджан согласен, он продвигает эту политику, и нельзя исключать, что через полгода на каком-нибудь другом участке линии соприкосновения будет сделана попытка взять под контроль других высот. И мне кажется, они в этом вопросе играют в долгую, то есть создают удобные условия для следующей конфронтации, если она случится. Удобные позиции с военной точки зрения. Более такая стратегическая задача – это, конечно, террор местного населения. Делается все, чтобы люди на добровольных основах покинули территорию Нагорного Карабаха. Мы видим ситуацию с газом, с отключением газа. Видим все эти призывы со стороны азербайджанских сил жителям разных населенных пунктов, что нужно покинуть свои дома, либо будет применена сила. Азербайджанцы даже неделю, то ли две недели назад взломали официальную страницу парламента Нагорного Карабаха в Фейсбуке и просто прямым текстом угрожали населению, что нужно покинуть территорию или вам же хуже будет. Мне кажется, все-таки, несмотря на все, нужно начать серьезный разговор по поводу работы миротворческого контингента. Я понимаю, что заявления Еревана и более осторожные заявления Степана Керта могут вызвать какое-то недовольство в Москве, но та ситуация, которая сейчас существует на Нагорном Карабахе, неприемлема, она не может продолжаться. И многие люди, живущие в Нагорном Карабахе, уже ставят под сомнение все эти гарантии безопасности, которые им были даны после Второй Карабахской войны. А эта ситуация с Караглухом вообще из ряда вон выходящая. То есть по инициативе российской стороны начались переговоры по взаимному отводу войск с территории Паруха. Армянская сторона выполнила договоренность. Азербайджанская сторона использовала вот эту договоренность для захвата села и захвата Караглуха. Российские военные на протяжении уже последних 4 дней не могут сделать ничего, чтобы заставить азербайджанские войска вернуться на свои изначальные позиции. Более того, вчера вы выступили с довольно-таки парадоксальным заявлением, говоря о том, что азербайджанцы отодвинулись на свои позиции. И как ни странно, Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, которое более соответствует реальности. И сегодня армянская сторона тоже подтвердила. То есть без этого серьезного разговора о роли миротворческого контингента, о том, о логике, о принципе работы миротворческого контингента не получится. Потому что если ситуация будет продолжаться, оставаться таковой, когда азербайджанцы делают все, хотят, а миротворцы даже препятствуют армянским силам, то есть силам армии обороны Нагорного Карабаха в вопросе укрепления своих военных позиций и в других многих вопросах, не хотелось бы обо всем этом публично говорить, в этой ситуации население Нагорного Карабаха постепенно будет понимать, что бессмысленно там оставаться. И я не знаю, насколько это исходит из интересов России, чтобы там не осталось
населения. Что касается позиции Азербайджана по поводу четвертого пункта заявления от 9 ноября, то это чистейшая манипуляция. То есть даже сам Ильхам Алиев во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября 2021 года прямым текстом сказал, что армянская сторона была вынуждена выводить войска из районов, и потом он поименно назвал эти районы. То есть Лачин, Агдам и Кельбаджар. То есть Алиев сам в своем выступлении не говорил о том. И весь этот дискурс, нарратив о демилитаризации, не знаю, о разоружении армии, обороны НКР, просто, не знаю, я не думаю, что кто-то всерьез воспринимает этот нарратив. Игорь, вы говорили о том, что иногда бывают случаи, что сами миротворцы там в чем-то препятствуют карабахскую сторону в укреплении своих позиций. В этом плане я бы хотел, чтобы вы оценили или высказали свое мнение по поводу уровня кооперации властей Карабаха, армянских властей и российских миротворцев в решении вот данной задачи. Такого уровня задачи. Какая она, этот уровень, то есть какой он, этот уровень кооперации, насколько он эффективен. Потом я попрошу, чтобы господин Искандарин, вы тоже высказались на эту тему. Ну, постоянные связи между руководством Арцаха и командованием миротворческого контингента, конечно, существуют. И разные вопросы обсуждаются, но главная проблема состоит в том, что все эти вопросы, которые мы обсуждаем, являются политическими вопросами и не решаются на уровне, не знаю, там, командования, скажем, миротворческого контингента. Например, с командиром миротворческого контингента с Блоком довольно-таки хорошие отношения. Мы знаем, что у азербайджанцев вроде нехорошие отношения, судя по разным публикациям в бакинской прессе. Но фактор вот этого командующего или фактор личности в этой ситуации, я не думаю, что играет большую роль. Такого рода решения принимаются, конечно, не командованием миротворческого контингента и в Москве. Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, нужно, чтобы подходы Москвы именно изменились, потому что то, что сейчас происходит, я уже об этом говорил, но это в конце приведет к тому, что большое количество людей просто решат, что бессмысленно там оставаться, потому что ведь тут речь не идет только о каком-то локальном конфликте на каком-то локальном участке. Вот этот прессинг, который существует на протяжении уже года по разным направлениям, по разным вопросам, и когда население видит, что каких-то конкретных шагов нету с российской стороны, и те шаги, которые пытается предпринимать Степанакерт и вооруженные силы Арцаха, в этих вопросах тоже есть какие-то препятствия, то, думаю, многие просто сделают очевидный вывод и просто уедут оттуда. Что касается взаимодействия между Ереваном и Москвой по этому вопросу, думаю, что оно недостаточно, что Ереван в последние месяцы особенно, ну, скажем, после неочередных выборов в Армении, значительно снизил свою вовлеченность в вопросах, связанных с Карабахом, хотя эта вовлеченность есть, она не публичная, мы не говорим о том, что нету, но Ереван должен быть более активным, потому что Степанакерт, мы все-таки понимаем, что есть ограничения. У Степанакерта есть контакт с разными чиновниками в Москве, но этот уровень слишком низкий для принятия политических решений. И в этих вопросах, конечно, армянские власти должны играть более активную роль, но в последний период, кажется, этого не происходит. Почему, как вы думаете, почему они, несмотря на это, несмотря на собственную оценку, что Азербайджан таким образом, так подключив газ сначала, потом вторгнувшись на территорию Карабаха, и действует, так скажем, в том ключе, чтобы завершить, так скажем, довести до конца этническую чистку в Карабахе, фактически обвинив Азербайджан в попытке
зачистки, да, этнической зачистки, этнической чистки в Карабахе, в геноциде, армянские власти все равно заявляют о том, что вот мы продолжаем оставаться приверженными политике установления мира в регионе, то есть установления, а мы будем продолжать эту политику. С кем? Есть у тебя партнер по миру или нет в регионе? Как вы думаете? Я? Ну, они пошли на выборы с этой повесткой, и понятно, что они не могут отказаться от этой повестки. Хотя вот события последних месяцев показывают, что в вопросе партнера есть проблемы. Есть проблемы также в понимании мира. Для Азербайджана повестка мира означает одно, для Еревана другое. То есть для Азербайджана повестка мира – это то, о чем говорил господин Искандарян. То есть фиксация вот всех этих результатов Второй Карабахской войны, фиксация нового статуса КВО уже в юридическом поле и политическом поле. И все эти предложения последние, которые были опубликованы, говорят об этом. То есть там вообще нету никакого вопроса Карабаха, вообще нету. Нет ни упоминания Нагорного Карабаха, ни Нагорно-Карабахского конфликта. То есть та линия, что конфликт закончен, и Ереван просто должен принять результаты войны, очевидно, что это и есть повестка мира в представлении Азербайджана. Ереван все-таки, несмотря на все проблемы в позиции властей, все-таки немножко другое представление о мире. И ответ Министерства иностранных дел вот на эти предложения Азербайджана, в принципе, дал какое-то представление о том, как Ереван представляет мир. Представление Еревана, понятно, что мир не может, то есть потенциальный мирный договор не может исключать вопрос урегулирования конфликта, вопрос статуса не в смысле независимости, а какого-либо политического статуса Нагорного Карабаха, и вопрос безопасности. И вся проблема состоит в том, что вот эти два представления о мире в регионе, они навряд ли смогут, то есть навряд ли возможно будет найти какие-то компромиссы между этими представлениями. Либо одна из сторон должна пойти на серьезные уступки, что, мне кажется, будет довольно-таки сложно. Азербайджан не пойдет на уступки, это понятно. А для армянской стороны все-таки вопрос безопасности населения Нагорного Карабаха является красной линией, несмотря на все заявления. То есть мы сейчас находимся в какой-то тупиковой ситуации, когда вот наши власти будут продолжать говорить о повестке мира, Азербайджан будет продолжать говорить о нужде подписания мирного договора, но никакого прогресса, мне кажется, не будет по этому вопросу.